Привет, друзья, в этом видео покажу, как мы наруливали звук гитар в кавере на Black Sabbath с моей ученицей. Погнали! Вот такой вот звук получился на кавере на песню Heaven and Hell. На мой взгляд, достаточно похоже на оригинал. Что мы использовали, какие плагины, в каком порядке, чтобы вы понимали принцип и могли такой же похожий звук воссоздать с помощью этих же плагинов, либо каких-то своих. Вот у нас наша дорожка с гитарой. Их две штуки. И плагины там используются одни и те же, вот в таком порядке. За основу звука мы выбрали плагин Hybrid от компании Paulin, который эмулирует звучание головы Marshall. Вот так он отдельно звучит. Звучит отвратительно, естественно, поэтому сверху надо навесить кабинет. Мы использовали плагин THU, и там кабинет под названием Polyphone, который моделирует у нас кабинет под названием Polytone. Звучит это теперь вот таким образом. Ну, вот такой классический звук часто можно услышать у AC/DC, да, тоже у Black Sabbath. И Black Sabbath, они любят еще добавлять педальку фуза перед всем этим, поэтому мы как раз использовали педальку от компании Bias, которая называется Bias Pedal плагин, и в нем мы использовали педальку фуза под названием Super Fuzz, вот с такими вот настройками. И стало это звучать вот так. Как раз добавляется прикольно вот этого жужжащего призвука, который часто использовали вот Black Sabbath, тот же там Джимми Хендрикс часто использовал в своих эффектах. Послушаем вместе с басом, с барабанами. Друзья, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы следить за новыми музыкальными обучающими видео. Если этот выпуск вам понравился, прожмите ему лайк, мне будет приятно. И в комментариях, конечно же, напишите, на какие еще темы вам интересно было бы увидеть видео в дальнейшем. Всех обнял, всех люблю, до скорых встреч, всем пока!